Здравствуйте! Сегодня у нас футбол. Сегодня у нас традиционный дуэт комментаторов Юрий Розанов и Василий Соловьев. И очень надеюсь, что игра, помимо традиционного времени и набора игроков, все-таки чем-то особенным запомнится. Видим мы борьбу. Препятствует фланговой атаке соперника. Успешно, без нарушения. Если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Мы это уже видим. Противоборство на фланге в пользу защиты заканчивается. Хороший шанс для удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара по воротам. Удар. И мяч уходит за лицевую линию. Все это заканчивается угловым у ворот соперника Барселоны. Мимо денег. Что творит Лионель Месси? Конечно, Лионель Месси будет открываться в атаке постоянно. Его будет легко найти возле ворот. Пока соперник позволяет, можно играть пас, вроде бы не слишком. После свистка пробьет команда. Угловой подаст Барселона. Только что выиграл защитник борьбу за мяч и сразу же его теряет. Все, что остается партнером, это только открываться, только искать свободное пространство. А уж он-то туда мяч отправит с любой дистанции. Вот момент.
Разрядили, ребята, ситуацию, выбили мяч в аут. И Месси пытается не отдать мяч сопернику. Обыкновенно ему это удается. Здорово, Хайл. Отбор действует. Думаю, надо бить и забивать. Это шанс, что называется, от греха. А куда дело пятое? Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Серхио Бускетс. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Ерничаем над ведущими новостей, скажем так, в первом тайме счет не изменился. Надеюсь, что после перерыва на команды вот те силы, как... Было довольно скучно в первом тайме, по крайней мере, внешне. Мало ударов по воротам, счет, естественно, не открыт. И вторая половина игры уж точно не будет менее зрелищной. Менее просто некуда, поэтому мы будем смотреть, конечно же, с интересом. Хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам. Защита бдит, и прострел перехвачен. Этот перехват — награда за его старания. Серхио Бускетс. Думаю, надо бить и забивать. Ну же! Не удержал мяч! Великолепный был момент, но счет остается равным. Серхио Бускетс. И вновь вместе с мячом. Педро. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Едем дальше. Бей! И молодец, защитник блокирует этот удар. Пошла передача в штрафную. Смотрим, что дальше. В половине случаев тренер, давая напутствие, передает. Думаю, надо бить и забивать. Опасный момент. Хави. И опять голкипер вступает в игру и фиксирует мяч. Серхио Бускетс. Хави. Дани Алвес. Педро. Классические действия вратаря после навеса. Как уверенно играет в такой ответственный момент вратарь. Ави. Иньеста. Серхио Бускетс. Передача не прошла, есть время отдышаться. Возвращает мяч партнеру. Не рассчитал дистанцию, и посмотрите, как красиво, как будто загодя к этому приготовившись, да, перепрыгивает через соперника. Сам по себе процент владения мячом, он не так много определяет, потому что в эти 50% владения, да, одни могут сделать вот это, а другие вон то. Вот, еще одно табло может быть такое, как мы имеем, а может быть и оборот. Поэтому, ну что, примем к сведению, 50 на 50% и все. Я от статистики тупею.
Ах, как хорошо они атакуют. Отличная передача. Будет опасный момент. Пошла борьба. Плотность игры – непременная составляющая футбольного матча. Неймар. На ударной позиции игрок Барсы. Хави. Хави вновь открыт. Вот и мой передача. Команды уже и подустали, и ошибки появляются, и все что угодно может случиться. Очень чисто. Мяч на фланге забирает игрок. Как внешне легко порой кажется, да, Барселона создает моменты.